Привет всем! На моем канале вы найдете полезную информацию по фармацевтическому оборудованию. Каталог компании Минипресс предлагает большой выбор фармацевтических измельчителей порошка и мельниц. Оборудование для измельчения, дробления растительного и химического сырья в порошок с контролем фракций. Дробилки, молотковые и шаровые мельницы, измельчители для широкого применения в лабораториях и фармацевтических производствах. Компания Романа Цибульского «Минипресс.ру» занимается поставкой большого ассортимента фармацевтического оборудования из Китая, Кореи, Индии, Европы и других стран. Мы выполняем работы по поиску, подбору, закупке, доставке, таможенной очистке оборудования с доставкой в любой город России и стран СНГ. У нас самый авторитетный каталог различного оборудования с описанием на многих языках. Нами производится доставка грузов из Китая в Россию и страны СНГ по воздуху, по морю, железными и автомобильными дорогами. Наш специалист ежедневно проводит консультации по технологиям фармацевтического производства. Подбираем оборудование и отдельные машины для производства продукции по образцам клиента. Весь комплекс дополнительных услуг. Поиск расходных материалов, упаковки, размещаем заказы в типографиях Китая. Имеем большую базу информации о производителях фармацевтической и ветеринарной продукции в России. Работы по подбору оборудования и все консультации ведет сам владелец компании Роман Цибульский. У него огромный опыт в работе с различным оборудованием, технологиями. Также Роман обладает хорошей профессиональной памятью и логическим мышлением, что помогает ему быстро и четко понять задачу клиента и выбрать оборудование, которое может решить поставленную задачу. Роман имеет обратную связь с многими клиентами, которые делятся с ним рекомендациями и проблемами по эксплуатации оборудования. Мы помогаем нашим клиентам. При начале работы мы максимально четко стараемся понять задачу клиента, чтобы минимизировать риски при покупке оборудования, которое не будет работать. Наша задача – дать вариант оборудования, которое решит проблемы клиента. Роман до 60% клиентов отговаривает от покупки оборудования, выбранного ими самостоятельно. Это свидетельствует о наличии скрытых проблем и непонимания процессов и технологий нашими клиентами. Мы даем советы по выбору различных расходных материалов и сырья для достижения максимального результата в процессе эксплуатации. Подготавливаем клиентов к будущим проблемам. Советуем найти толковых механиков и наладчиков в их городе, чтобы им помогали следить за оборудованием и ремонтировать его. Также берем на себя помощь с поставкой запасных частей к оборудованию, купленному через нас. Участвуем в продаже оборудования БУ между нашими клиентами или через наш каталог. Спасибо, что смотрели. Отличного вам настроения. В общем, делитесь этим выпуском во всех социальных сетях, ставьте лайки, звоните в колокольчик. Напишите в комментариях, если что-то вас заинтересовало.